Я Давыченко Сергей Витальевич, охотовец Арканского филиала Мунгаргопотамского ГМПП. На должности охотоведа работаю с 2016 года. До этого, с 2010 года, со времен образования Мунгаргопотамского ГМПП, работал инспектором в Амангухтерском лесничестве. Сейчас моя работа заключается в основном в охране и защите животных. Также мы проводим биотехнические мероприятия, которые включают в себя подкормку животных солью и сеном. Заготавливаем сено. Проводим рейдовые мероприятия с правоохранительными органами, с погранвойсками. И также совместно с сотрудниками, нашими инспекторами и инженерами. Также принимаем участие в эколого-просветительских мероприятиях, работаем со школьниками, доводим до них так, чтобы они любили и охраняли природу. Совместно с сотрудником науки ведем мониторинг и учет диких животных. Основная задача сотрудников нашего